Я ору на своего сына, ведь он мужчина, и я ору на него просто поэтому. Начинаю беситься. Держи голову прямо, сынок. Весь день. Это так смущает, что аж начинает раздражать. Знаете, как это по-идиотски выглядит, когда приходит знакомый, а твой ребенок просто... Что случилось с твоим сыном? Я не знаю. Положи его на живот, и он все равно будет пытаться.